Вытащить карельских музыкантов из темноты – такая у нас задача. А стоит ли это наших усилий? Решайте сами. Смотрите «Звукосниматель». Привет! Вы смотрите «Звукосниматель». Сейчас и здесь, в студии телеканала ТНТ «Онега», мы с помощью наших друзей продюсерского центра «Фабрика грез» построим самую настоящую концертную площадку из первоклассной аппаратуры. И заиграет музыка. Итак, формация под названием Steel Pluto. Мы, так сказать, ушли в южный рок, хард-рок, в старую школу, скажем так. Нам это очень импонирует. Ну, сейчас это движение вроде как набирает популярность в России. Например, очень большая движуха существует в Питере, в Москве. Там целое сообщество таких команд. Первая вещь называется One Life. Опять же, по той же тематике, что нам дана всего лишь одна жизнь, в общем-то, и постарайся прожить ее так, чтобы потом не жалеть. Как, да. Собственно, ёмко сказано.
наших партнеров и друзей «Фабрики грез» сертификат на скидку на работу в студии. Приходите еще. Спасибо большое. Спасибо вам.
воскресенье 9 июня в кафе «Клаб Das Kapital» пройдет 4-й по счету всекарельский рок-фестиваль. На сцену выйдут музыканты из Петрозаводска и Костомукши. От петрозаводских выступят группы «Истинный облик», «Клин», «Немезида» и «Святослав энд Бенд». Из Костомукши в Das Kapital приедет группа «Сны обормотов», а также мощное рок-трио «Катастрофа». Хедлайнерами 4-го всекарельского рок-фестиваля назначены «Кошки Джем» из Питера. Двери клуба откроются для публики в 18:00. За вход по традиции денег не возьмут.